Номер 1156. События дня. Псалом 48:2. «Слушайте сие все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые, равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего – знание». Вот объявление сестре умершей. Попросили сделать объявление, кто-то, может, поможет им. Муж глухонемой. 4 видеоролика. Есть у людей желание помощь оказывать, просят адрес. Ну вот, сделали адрес. Это умеете задержать и дальше читать. Антон Сергеевич пишет. «Игнатий, дай Бог вам здоровья, несмотря на то, что в чат-рулетке пошлость, разврат. Вы проповедуете людям о Христе. Как бы мне тоже хотелось увидеть вас в чат-рулетке. Тоже поговорить с вами на разные темы. Я тоже православный христианин. Мир вам и добра». Николай. Защищка хоть какой-то. «Почему на крестах в православных храмах есть полумесяцы? Что полумесяц делает на вершине храма? Почему он там и крест, и полумесяц? Это же разные религии. Никогда не возникало таких вопросов при взгляде на некоторые христианские храмы?» Отвечаю, тому два толкования, одно дополнительное на практике. Крест – учение Христа, сам Христос, попирает тьму греховной жизни. Второе – христианство, крест, попирает тьму и заблуждение ислама. И на деле, когда в Сербии хорваты вырезали христиан, вырезали, то лезли на храм и отламывали легко кресты. И вот уже готов полумесяц. Заходите, дорогие сограждане сатаны. Все тут ваше. Алексей Мишуров, что тут еще? А, это, ну, разное мне перекинули. Из контакта, наверное, вот сидят. Женщин, мужчин даже не видно тут. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня нет никакого желания с вами спорить и вас провоцировать. Просто мне очень важно, каким путем вы меняли взгляды протестантов. Я в поисках. Ну как, вы ролики смотрите. У нас 14 тысяч, почти 160 роликов. И там видно, где беседуют с протестантами. Это Бог делает, это нельзя сделать. Может, день и ночь говорить, ничего не будет. В себе у меня никогда этих взглядов не было. Вот так. Серафим Иванов пишет, что-то глаза запачканы, то ли глаза нету. Здравствуйте, Игнатий. Меня зовут Алексей, мне 34 года. Пишу со страницы своего сына. Я ищу возможность связаться с вами, а лучше доехать до вас. С Божьей помощью, думаю, получится. Во-первых, никто не разрешал приезжать, и никто не примет. Этого нельзя делать. Нельзя. Я даже на встречу ни под каким видом не выхожу. Опять пишет один. Пишу, что меня гложет. 4 года назад прочел Ветхий Завет. Очень понравилось. Пришел в церковь по обыкновению. Рассказал батюшке, какое впечатление на меня это произвело. Он меня выслушал и спросил, а Новый Завет ты читал? Так как я его не считал, ответил, нет, не считал. Тогда он говорит, ты христианин? Я говорю, да, христианин. Но тогда ты должен считать Новый Завет как христианин. Мы обязаны считать его именно его. И благословил на прочтение Евангелия. После этого я прочел Новый Завет и изумился. Теперь мне кроме него ничего не надо. И считаю его каждый день. Увидел, насколько я грешен и немощен. Дальше считайте сами. Разъезжать решил по России, ему запрещают. И вот здесь досчитаете, потом дальше. Дальше пишет еще. Доброе время суток, Игнатий Тихонович. Хотел спросить вашего мнения. РПЦЗ, Русская Православная Церковь за рубежом, основанная в 2007 году митрополитом Агафангелом Пашковским. Их почему-то называют неканонической церковью, хотя я так не считаю. Заранее благодарен, спаси Христос. Ну, я написал им, что законы, он рукоположен, все у него как есть. Привет передавайте, и пусть на меня выходит. Кое-что ему скинул туда.
Синицкому, вот этот, который на нас вышел там везде, о нем сейчас я задал вопрос, а кто он такой? Его нигде нету, ни с одним человеком. А он сидит, ну, нанимают таких. Имя-то какое ему? Биографию напечатали. Когда-то попросил где-то хлеба, дверь открыла старушка, он ее сшиб, повредил голову и изнасиловал. Отсидел уже несколько раз. За что? За кражу, за бандитизм, за изнасилование. И вот они подбирают таких, чтобы в любой момент можно было убрать его. Что я могу сказать? Только плакать. Тимерлан Саймаков. Вот видишь, какой? Около елки серьезные. Вот я из Казахстана, вот тут можете прочитать потом здесь. Желание, давайте поговорим с вами через скайп. Ну, он уже зашел, мы переговорили, и ролик уже выставлен. А вот харизматический реабилитант. Обожает многие бывшие наркоманы, алкоголики. Помешан на разоблачениях, с которыми вы хотели пообщаться, снял вас. Ни под каким видом не выходит. Его ни с одним человеком же фотографировано не было. И в Житомире на Украине, и там никто его не знает. Но он знает, мне Бог дал такую должность обличать, ходить людей. Обличать людей. Ой-ой-ой. Еретик из еретиков. Просто безумный еретик. Троицу там отрицает, как пишут, и был у пятидесятников, это беснование там подхватил. И теперь на меня два ролика, сказал, буду ставить и ставить, но еще не ставить-то роликов-то, у меня 14 тысяч, а его-то своего ничего нету. А мне что, это лишние бриллианты только в корону мою вплетает. Радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах. У него даже на это толку-то нету. Никого он не оттолкнет этим, кого не оттолкнет, но когда видно. Я один первый раз только увидел, даже не слышал, как он говорит, а только глянул на него, на лицо, на губы. И я понял, вот разбойник какой-то, гнусный просто. Он против бороды, там, против церкви православной, против Златоуста. Ну, сбился человек окончательно. Хам из хамов. На Златоуста его биографию разбирает и всю клевещет. Да ты не о нем говоришь. Пакостник. Этому конец тоже придет. Вот Роман пишет теперь, что он хотел узнать бы. Какая цель? Ну, а что тут цель? Я свидетельствую, а цель одна. Говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Цель окончилась. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Не будет веровать, осужден будет. Ну, считайте, Евангелие от Марка, 16 глава. Вот и все. Дмитрий, поклоны. Андрей, мир вам, отец Игнатий. Я нарвался на ролик, где этот бес, по сути, вас поносит. Просмотрев 5 минут, сразу понял, что это за типок. Ну, это про это уже. Наталья. Так, увидела, говорит, по манерам что-то сидел в тюрьме, лицо у нее черное, как уголь. Что написали об разных течениях, и всех у всех будет по-своему Бог. Это я слышал от евреев. И вот он там сидит, и я дал знать о нем, помолиться о нем. Только молиться прошу, ничего ему не надо. Ничего не надо. Насильник, разбойник. И еще ему скажешь, а веры на меня прикрываетесь, что другое. Ну и тебе какое дело, я прикрываюсь, такой детский лагерь у меня, у него ребенка нету. Ну, он не может взять. Кого-то он был, там, Шевченко, всех посадил он там, ну, Ледяева сумел он и прочее. Это столько ты врагов имеешь. Да все молятся, да быть того не может, чтобы Господь никого не услышал-то. Чем ты кончишь-то? Вот так. Никита пишет, дивные дела. Уже и масоны добрались до вас-то. Интересная информация. Вот. Елена Пауэр пишет, исполняется год, как я зашла на занятия здесь, и примерно год, как начала читать Библию. Благодарю Господа Игнатия Тихоновича за то, что открыли для меня Слово Божие. Слава Христу Господу нашему, есть надежда, останусь и дальше на занятиях. Ну, дальше пишет, я прощаю Николаю. Вот это вот что есть, убрал матерные слова, он пишет вот из этого ролика. Но я не слышу, есть там или нет. Ну и дальше посчитайте, о чем он говорит.
Да. Вот они тут начинают меня наши обсуждать. Практик, спасение на корабле. Я ничего этого не думаю. Я просто живу, живу и радуюсь. И вот. Кому я говорил? Это про меня обсуждают они тут. Я их скопировал. Это сегодня. Люди, которые в нашем содружестве, в чате, как говорят. Наталья, с мусульманином я беседовал, так бесноватый он, не бесноватый. Ну так, тормозните и считайте дальше. Я буду просто... Так. О физкультуре говорят. Они родилось из священников рассуждают. По делу Головина столько допустили ошибок сейчас. Андрей Кураев, вот его материал взяли. Это об отце Владимире Головине. В одной фразе две орфографических и две пунктуационных ошибки. Ну, из комментариев. Бесстыжие судьи. Разбирает и как действительно так.
Ну вот. О благовестии. Все, собственно, отвечать-то. Записывать, распространять, иди, проповедуй, больше ничего нет. Сколько знаешь, столько и говори. Ну, вот на это можно сказать и все. Тут еще глянуть наши ресурсы. Это вот мой мир. А это стоит давно и без движения. Православный форум Игнатия Лапкина. Ну вот. Ютуб наш. Вчера с юношей тут беседовали мы. 1:53. Все пока на этом.